В Ульяновске создание областного союза журналистов началось с организационного бюро в апреле 1957-го. И только спустя год решением Ульяновского обкома КПСС региональное отделение союза получило путевку в жизнь. А значит, в этом году региональное отделение отметит юбилей – 60 лет. Первые в своем роде – сотрудники «Репортера 73». Первыми в стране получили удостоверение с подписью нового председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Члены Союза журналистов России вручается Вере Витальевне Мечеряковой. Я не называю должности или компании, а всех журналистов. Редакция «Репортера 73» ежедневным трудом доказывает важность журналистской работы. За плечами телеканала 10 лет успешной работы, тысячи новостных сюжетов, сотни реализованных проектов. В 2017 году «Репортер 73» покорил еще одну вершину. Стал официальным региональным кабельным каналом, занявшим во всех сетях региона 21-ю кнопку.